Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я начинаю такой, наверное, домашний влог у меня получится. Но прежде хочу вам показать свой заказ с iHerb. Меня спрашивали по поводу доставки. Я всегда использую бесплатную доставку, то есть там есть определенная сумма, определенный вес, ни больше, ни меньше, и при этом вы получаете бесплатную доставку. Вот я все время как-то так пользуюсь этим, и все время у меня получается доставка бесплатная. Оплачиваю я на самом сайте, то есть по предоплате, по-моему, оплата на месте на iHerb нет. Ну, всю информацию можете прочитать на самом сайте. Давайте вам покажу, что я заказала. Итак, у меня такой небольшой заказ, но небольшой почему? Котеечка моя, конечно же, пришла к маме помогать. Ну, конечно же, мое солнышко такое, что такое недовольное, да? Недовольная моя кисечка. Вот, почему? Потому что у меня... Не, ну, посмотрите. Ну, Каспер. Убери хвост. Убери хвост. Ты вредина какая, а? Ты какая вредина у меня. Почему? Потому что по весу я заказала снова специи. И это стекло, поэтому дает вес. В общем, заказала снова от Simply Organic. Мне нравится очень эта марка. Я заказала имбирь. Вот такой вот он в качестве порошка. Но я честно признаю, что им еще не пользовалась. Пахнет вкусно. Вот, так что обязательно попробую. Но вообще я не сомневаюсь, что мне очень понравится, потому что все специи от этой марки очень-очень классные. Вот, и также я решила заказать, попробовать вот такой чеснок. Видите, он получается не как гранулами, а такой вот кусочками сушеный и с мельницей. Вот от такой марки, тоже у меня еще пока запакован, потому что у меня сейчас как раз подходит к концу вот от Simply Organic. Чеснок я заказывала в таких гранулах у них, тоже мне очень нравится, но чеснока от этой марки не было, поэтому решила попробовать вот такой с мельничкой. Наверное, вообще будет классный. Каспер, убери свой хвост. Убери. Еще детям заказала вот такие витамины. И здесь нужно принимать по 2 таблеточки. Посмотрите, вредина какая. Ну, Каспер, перестань. Вот. Девочки, посмотрите на него. Вредничает. Здесь нужно принимать по 2 таблеточки. Я бы заказала, мне очень нравится... от Солгар, но от Солгар нету все, сколько я не смотрела, все нет витаминов для детей, поэтому я взяла вот такие, хорошие были на них отзывы, я уже мальчишкам своим дала, им очень понравились, сказали, что прям очень вкусные, как желейные конфеточки, нисколько не кислые, здесь нужно давать по 2 в день, поэтому я взяла 2 упаковки, получается, одна упаковка одному сыночку, вторая упаковка другому сыночку, но по вкусу им очень понравилось, не кислые, сладенькие такие, напоминают им обычные желейные конфетки. Так, снова еще взяла вот такой набор Carmex. Очень я люблю. Выгодно покупать этот набор. Я еще делюсь с сестричкой вот этими бальзамами. Ей тоже очень понравилось. И я взяла, снова повторила, уже начала пользоваться. Вот от этой марки, я не знаю, как она правильно, Джованни, наверное, правильно произносится, я взяла вот такие 2 средства. Первое — это вот такой увлажняющий спрей, ультраувлажняющий защитный спрей двойного действия, авокадо и оливковое масло. Он очень классный, он напоминает мне профессиональные вот такие увлажняющие спреи серии от Schwarzkopf. И еще много у кого есть. Единственное, что у них не очень такая хорошая упаковка. Вот эта крышечка, она в итоге... Вот так вот болтается. Такое ощущение, что вообще не от него крышечка. Вот, ну ладно, мне, в принципе, она не нужна. Очень классно распутывает волосы, дисциплинирует их, не дает им пушиться особо сильно. Можно переборщить с этим средством, но я наношу немного. У меня уже было. И у меня из этой же зелененькой линейки был шампунь и бальзам. Вот шампунь и бальзам мне не понравился, а вот это средство понравилось очень. И я решила еще попробовать вот такое. Это сыворотка для шелковистости и мягкости волос с цветками вишни и лепестками роз.
Боже, он так вкусно пахнет. На самом деле он пахнет ягодками какими-то. Розу я здесь вообще не слышу. Он такой получается, как гелево-маслянистый, но очень классный. Вот это вообще супер классная вещь. Не утяжеляет волосы. Я уже пользовалась тоже, но, правда, один раз всего. Не утяжеляет волосы, не превращает их в сосульки. Хорошо расчесываются волосы вот с этим средством. И такое ощущение, даже вот кончики как запаивает. Очень классно. Вот эти два средства хочу вам посоветовать. Но я вот от этой марки хочу еще другие попробовать шампуни-бальзам. Но не зелененькие, а какие-нибудь другие. В общем, обязательно попробуем. Так что вот такой вот у меня небольшой заказик. Но у меня просто по весу там получалось. Я хотела еще специи понабрать. Но по весу получалось у меня, что я должна была доплатить за доставку. Поэтому я взяла только вот такое количество. И сейчас сделаю просто еще один заказик, чтобы доставка была бесплатная. Вот так вот я делаю. И вам также, девочки, советую. Смотрите, там, когда оформляется заказ, там вводите, по-моему, свой адрес или что-то такое. Вот, я на пункте выдачи забираю. И там вам покажут, сколько стоит доставка. И вот в одном из... там несколько служб по доставке, и одна служба доставки, вот у них вот такой вот вес. Я не знаю, сколько это все весело. Получается, что бесплатная доставка. Вот. Ну, витаминчики весят, вот эти баночки весят. Но вот эти Simply Organic очень советую. Вот. Катя угомонилась, пока я тут вам рассказываю. Заснул. Заснул мою кучечку, мою сладенькую такую. Ну ладно, сейчас тебя полоскаю. Не надо. Не надо хвостом своим. Не надо своим хвостом. Вот. Ну... ссылочки все вам, как всегда, оставлю внизу в инфобоксе, а сейчас я пойду готовить обед. И на обед я сегодня приготовила два супчика. Первый – это гороховый, но не совсем у меня гороховый получается. Это смесь бобовых, вот от марки Мистраль я покупаю. И получается он такой действительно густой, наваристый, очень вкусный суп. Он у меня такой желтый, потому что я добавляю сюда куркуму. Я уже об этом говорила много раз. Варю его на курином бульоне обычном. Так, это у меня первый супчик для сыночков моих, а нам с мужем. Я сварила вот такой грибной. У меня муж в последнее время что-то подсел на грибные супчики. У меня как раз много запасов. Это сушеные грибы. Сушеные у меня здесь подберезовики в основном. Поэтому они дают вот такую, ну, как бы черноту бульону. Я не знаю, то есть такую коричневую, да. Я сюда добавила ложечку, две ложечки сливочного сыра. То есть, чтобы он был такой более густой, скажем так. И, ну, так как грибы темные, то получается вот такого цвета. Ну, у меня, кстати, частенько такая история, что у меня на обед такое разнообразие. И еще сделала вот такие хлебные гренки. У меня хлебушек уже давно лежит, я их жарю на оливковом масле. И просто сверху добавляю чеснок через чеснодавку, да, или как она правильно называется. Вот, и тоже у меня любят, и дети, кстати, едят, и муж тоже, вот, с чесночком, остренькие такие греночки к обеду, как раз самое то. Ну, а мы еще после обеда решили пойти погулять на Финский залив, погода хорошая, минус 3, поэтому как раз самое время для прогулок.
Еще я сегодня решила приготовить салатик с кальмарами консервированными. Здесь я порезала кубиками помидоры, огурцы. Вот такие у меня кальмары. Кстати, очень вкусные вот эти лентовские тушки. У меня две баночки, я их покупала на скидке. Вот решила приготовить. И два куриных яйца еще сюда покрошу. В принципе, все это нарезаю кубиками, кальмары тоже. Вот так вот у меня получается. Добавила еще репчатый лучок обычный, кальмары порезала, яйцо. И все это буду заправлять. Я буду заправлять сметаной. Можно заправить маслом любым. Можно добавить сюда масло, смешать с лимоном сюда же добавить. Да, потом все посолить и перемешать. Можно майонезом заправить. То есть кому как нравится. Вот я заправляю именно сметаной. Но в сметану я добавляю немножко черного перца. У меня вот такой вот как раз сахёрб тоже. Вот, я прямо вот так вот кладу ложку, ну, такой с горкой прямо столовую сметаны, и сверху добавляю перчика. Получается тогда, ну, поострее, что ли, вот муж у меня так, по крайней мере, любит, чтобы не добавлять майонез лишний раз. В общем, вот такой вот салатик у меня получился. На самом деле он очень вкусный. Вот эти консервированные кальмары, они же такие как подкопчёненькие, такие даже. Мужу у меня очень нравится вот этот салат. Так что вот такая вот вкуснятина получается. Вот, заправленным маслом как-то мне не особо нравится, а вот сметана с перчиком очень даже ничего. Если добавить майонез, то он получится более такой жирный салатик. Вот все-таки лучше сметану. У меня, кстати, сметана 15%, но она у меня такая достаточно густая. Еще, девочки, мне тут пришла с Озона снова моя вторая картина, которую я вам говорила, которая для младшего сыночка. Я буду раскрашивать вот такого Человека-паука. Он у меня любит. Любит Человека-паука. И выбрал вот такую картинку. Очень она ему понравилась. Ну, действительно прикольно. Мне, кстати, тоже она нравится. Вот так вот выглядят. Тоже вот такой, не знаю, марки. И приходят эти картины просто вот так вот запакованные вот в такую пленочку. И все. Это на Озоне я заказала. Получила вначале первую картину, теперь вот эту. Ну, с разницей где-то в неделю, наверное. Вот, получила. Так что тоже буду вначале ту закончу. Сейчас пойду ее рисовать. Я, правда, медленно все делаю. Что-то тут уровень сложности не написан. А, уровень сложности вот средний. Так что вот так вот на холсте буду рисовать. Еще одна моя работа. Начинаю, девочки, потихонечку рисовать свою картину. Совсем чуть-чуть пока. Ну ничего, в общем, села сейчас рисовать. Немножко отодвинула на второй план свое вязание, потому что больно сыночек просит: «Мама, сделай поскорее картину, хочу ее повесить». И со мной тут лежит моя котеечка, мой король, вот так на подушках. Он обожает вот так сверху на подушке лежать. И хоть что тут делай, видите, все подушки примяты. Я их расправляю, он опять сверху ложится. Сверху же приятнее, да? Касперюшечка, душечка моя, лапушечка моя. Да, вот так мы с ним тут отдыхаем. Да, вечерком. Я сажусь рисовать, сюда прихожу. Он ко мне приходит, моя лапунечка такая сладкая. Король такой у меня тут. Подушку всю примял. Каспер, ты всю подушку примял. Вот, так что будем прощаться уже на сегодня, да? Вот и моя лапочка. Так что, девочки, будем с вами на сегодня прощаться с ним. Буду рисовать. Он будет намываться. Вечерние процедуры. Привести себя в порядок надо перед сном, да? Вот. Так что ставьте пальчики вверх. Да, скажи. Поставьте мне, девочки, пальчики вверх. Я вижу, какой красавчик. Шучу, конечно. Вот. Так что буду с вами прощаться, девочки, на сегодня. Всех люблю, целую. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.